площадки на данном этапе никто ничего вырубать не будет. У них, у инвесторов есть свои обязательства. Они должны вложить 325 миллионов рублей в строительство завода по переработке древесины и изготовлению разных мебельных изделий из дерева. И после этого мы уже будем разговаривать о вырубке. Ага, то есть инвестор есть? Инвестор есть, но он пока что не исполнит свои обязательства, ничего вырубать не будет. После того, как это все будет исполнено, вырубка будет происходить четко под контролем управления лесного хозяйства, под контролем комитета по экологии, геологии. И, естественно, вырубки будут подлежать только та древесина, которую, скажем так, я не специалист в области, которая подлежит вырубке. В объемах, которые может себе позволить природа, экология, республика.